париться. Устал. А что ты делаешь, чтобы ты устал? Я устал. Что вот я... Пошли в огород со мной помидоры сажать. Разберемся. Яйку. Вот яйка. То нет, а то нет. Воды. Мам, ты что, вода со мной? Вот. Никуда не пойду. Меня свидела. Вот, вода со мной нет. А бутылка я взял. Так, мама. Да на столе пельмени. Здрасте. Тут парилка, блин. Так, я тут сейчас буду садить. Тут проветривать полдня надо. Вечером буду садить. Наверное. Тоже трындец тут, вообще трындячий. Не ходи, жарко здесь сильно. Давай выветрим. Догадаться нельзя было дверь-то открыть. Все же умные, кроме я, как говорится, сюда. Так, рассказываю вам про Лилию. Кто спросил, что делает на беременность для алкоголя? А Лилия. Тоже ссылку на нее оставлю здесь. Вот. Помогай детишкам. Грыжа там хрены же всякой хрени, дай бог, зараза всякая. Короче, помогает. Я тут шуршу маленько, хожу. Вот. Схожу сейчас на перекур. Я. И пойду в добрый путь. Работать. Выветриться. А, рассказывала, да? О, Господи. Фух. Вася! Мила! Иди сюда. Будешь ты красива, Мила. Мила, Мила, будет она у нас красива. Негритянка загорела, видите? Мрррр. А это я. Иринка. Ага, жопу пристроить не может. Куда пошел? Я сама налью воды. Господи. Ну, маленько проветрилась. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Давай мне. Я воды принес. Не подходи, ладно? Молодец ты какой, помощник. На, можешь еще нести. Нет, нужно вот так лить. Я знаю, как надо мне лить. А вот так не надо. Нет, не надо, не надо. Ни в коем случае не надо. О, Господи. Надо, не надо. Подожди. Подожди. Что, нужна лопата? Нужна лопата. Эй, нет, Максимка. Не надо мне лопата. Не надо нам лопату. Не надо. Нет. Мам без лопаты. Надо. Давай. Не надо, я потом буду поливать. Подожди. О, Господи, ты, Боже мой. Что, надо туда лезть. Тут даль не подсадить. Мама, подруга. Это вот из
Какой нравится, такой поливай, Макс. Поливай. Другой теперь поливай. Ну. Нет. Собака. Аккуратно в лоб себе не стукни. Так. Привет. Да, все гвозди нужны. Ты что мне их разложил-то, говорю? Складывай их на место. Не выставь, это потом. Снова я приперлась. Спина уже болит. Штрафы подергали. Туда-сюда. Трали-васи, тра-та-та. Что-то я не пойму. Он испортился или что, блин? Или его настоятельно не надо есть? Ой. Я тут по хлебку проверяю. Нормальный борщ. Ничего не буду говорить. Сейчас придут, поедят. Носятся. Носятся на улицу. Хер они им делать. Бананы, гречка, все есть, котлеты есть, все есть, сало есть даже. Ни хера не хочу, девочки. Аппетита вообще нету. Картошки сейчас отварю и опять этот сделаю, наверное, как он называется-то. Ой, окрошку Аляну выкинула. Мама, кинь что-нибудь попей. Скинула Аляну бутылку. У меня с балкона только бутылки летают. То Аляна, то молока им скинула попить. Ту газировку. Отварю картошки вареные, хер ли. Потому что жарко, вообще сидит жара. Долбаная. Кто тут яйца пробовал жарить? И бросил, главное, блин. Пожрал и бросил, блин. Мама должна помыть за всеми. До садика сегодня не дойду. Завтра утром пойду в садик забирать документы. Ну, этот. Хрень всякую. Надо забрать. У меня спина опять болит. Раком там походила. Сейчас еще картошку пойдем садить. Сейчас мой милый дорогой пришел с работы пораньше сегодня. Отдохнет. И почаще, почупчим, почахать. Пошли, пойдем. Посадим. Борозды себе сделал, после работы заезжал, оказывается. Я же даже знать не знала. Он мне даже не докладывал. Сюрприз мне сделал. Я сегодня прихожу, у меня там бабушка будет. Он же после работы заезжал, до работы, во время работы, на перерывах. И молчит. Не хвастается. А я думала, я сейчас приду, там у меня еще куча целой работы. А вот, оказывается, у меня эти что? Молодец. Ну, я не сомневалась, конечно.
всегда об этом знала. И немножко отварить. Лучше надо помыть. Три котлеты и вот это. Чего, Василий? Давай тарелки свои помою. Тарелки помою. Полис положим. Девочки, переходите, давайте, переходите на Лилию. Не стесняйтесь. Сейчас замочим сначала. Отзывы у нее классные, кто девчонки переходил, довольные остались. Вот. Кипяток льет прям. Кишки-то что даже, я не могу есть, не хочу даже. Что со мной? Вот у меня еще пельмени. Я бабушке туда отнесла на обед. Тесто, девочки, оно просто шикарное. Свои. Я, конечно, люблю в пельмени, когда чеснок присутствует. Но так у меня не все любители этого дела. Я не стала ложить. Ну, очень офигенно получилось. Как домашнее тесто. Просто оно ту же. Я вчера его когда лепила, надо было достать его, чтобы оно в тепле побыло. А я сразу же его из холодильника стала лепить, поэтому очень туго. Когда я тогда, помните, дома там лепила, оно мягче было. Потому что оно у меня в тепле полежало. И мягче было. Кто-то говорил, водичка смачивать на комментариях. Я забуду. Бурик-бурик, тряп-тряп, бурик-бурик, тряп-тряп. И так нормально. Я ссылочки оставлю, девочки, переходите. Реально девчонкам нравится. По несколько раз обращаются. Не дай бог, с детьми, конечно, какие-то проблемы. По детям она хорошо работает. Ну, вот. Ну все. Счастья, здоровья, любви. Трали, ва-си, трали, да, там. Да.